Меня зовут Сергей, и сегодня мы поговорим, соответственно, о животных. Тема пошла такая. Только так как время у нас инстаграмное, то поговорим о котах. О четырех сытых котах. Трое сейчас на картине, четвертый, видимо, рисует. И которые не стали ловить мышей, хотя мыши сами шли им в лапы. Немножко отвлекусь от темы. Готовясь к этому мероприятию, очень не хотелось провалиться, как-то провалить свое выступление. Мой спичрайтер подготовил шикарный доклад, но я его не выучил. А, это не о бизнес-успехах, да? У меня нет никакого спичрайтера, я не выучил доклад, но и я был рожден еще при Брежневе, поэтому почитаю с бумажки. Вот. Ну так это читайте как Брежнев. А где моя трибуна, извините? Поцеловать-то поцелуем, как бы. Все. И еще в голову пришла такая мысль, что даже если факапнуться на факапе или провалиться на форуме бизнес-провалов, то это почему бы это не тема для следующего факапа, для лекции следующего факапа. Поэтому, что бы это ни было, начинаем. И, как это было сказано, да, еще не сделал одно дело, уже думаю о другом, бизнес-стратегия. То есть все предприниматели. Вернемся к нашим котам. Как вам слайд? Формулировки, стилистика, слоганы. Жестко, четко, никаких шуточек. Сразу видно, что люди занимаются серьезным делом, правда? Это обложка нашей первой презентации, которая открывала вход в бизнес-решение, которое мы должны были реализовать. А за ней шла серия панчей. Концепция. Выдержки из закона об охране здоровья граждан. Не обязательно все прочитывать, это все есть в открытых источниках. Это раз, панч. Цели и задачи. Не эгоистичные цели о себе и собственном благополучии. Заботимся об удовлетворенности населения и экономии бюджета Российской Федерации. Второй. Текущая ситуация. Рынок. Объем, видите какой? Значимость. Неэффективность в настоящее время. Третий удар. Актуализация проблемы. Нашей проблемы. Не примем решения, дальше будет дно. Четвертый удар. А вот и решение. Единственно правильное решение. Наше решение, и мы готовы вам его дать. Добивающий пятый удар, казалось бы, оппонент поражен. Забираем приз. Уходим победителем. Вкратце расскажу, в чем была идея, чтобы так глубоко не вникать. По всей нашей стране, даже в ее самых маленьких уголках и самых отдаленных, существуют государственные аптеки, чтобы любой гражданин Российской Федерации, когда ему было необходимо купить какую-то таблетку, мог в нее прийти и приобрести лекарство. В одном большом городе М сосредоточено, наверное, 99% представительств фармацевтических компаний, которые выпускают непосредственно эти таблетки. Их продажи увеличиваются каждый год. И цель каждой фармацевтической компании – сделать так, чтобы 100% наших граждан покупали, соответственно, только их бренд. А вот чтобы продать эти препараты, нужно, чтобы эти препараты были в аптеке, в каждой аптеке, в любое время и всегда. Чтобы сотрудник этой аптеки рекомендовал именно тот препарат, который хочет, чтобы рекомендовал фармпроизводитель, так как по данным маркетинговых исследований 40% принятия решения о покупке препарата того или иного бренда делаете не вы, а работник первого стола, то есть фармацевт, кто как это называет, аптекарь. За это фармкомпания готова обучать специалистов, установить в аптеке хорошее новое современное оборудование, сделать рекламу и, конечно же, выплатить бонусы либо аптеке, либо тому фармацевту, который, скажем так, мягко говоря, лоялен бренду, либо рекомендует таблетки той или иной компании. Поэтому, когда вы покупаете что-то, теперь можете с прищуром смотреть на этого человека и думать, почему именно это, почему не другая таблетка. Наша команда могла удовлетворить потребности и той стороны, и другой, и фармкомпании, и сети, соответственно. И за это, конечно же, получить достойное вознаграждение.
Для этого заключается маркетинговый договор, он трехсторонний, и выполняя те или иные обязательства, механизмы, критерии выполнения оговариваются, соответственно, всем приходит успех. Но, как говорит Константин, что-то пошло не так. На дворе стояла холодная зима 2018 года, падал снег, где-то в лесу, соответственно, спал медведь в берлоге. Страна готовилась к чемпионату мира по футболу, и, как часто бывает в Барнауле, на улицах пахло дымком и оптимизмом. Запахло дымком. Точно. И оптимизмом. В одном из барнаульских офисов четырем джентльменам пришла в голову идея, которая могла бы стать полезной как для фармпроизводителей, так и для государственных аптек. Кто были те люди, которые бы сделали так, чтобы в самые удаленные уголки нашей страны попадали лекарства самых лучших производителей, и работники государственных аптек по эффективности превосходили американские и китайские корпорации? Вот вкратце описание этих героев. Что их объединяло? Примерно схожий возраст, 40 плюс-минус. Все четверо имели отношение к медицине либо к медицинскому бизнесу. Хорошие коммуникативные навыки были у всех. Крепкие связи в медицинском и фармацевтическом сообществе всей страны. Стратегический тип мышления. Расчетливость, рассудительность. Все имели опыт управления коллективом. У каждого из них была достойная зарплата и набор имущества в виде квартиры, машины и возможности для хобби. У троих из них была семья. А вот простой расчет, на что можно было претендовать. Фармацевтический рынок в мире – один из самых высокотехнологичных, инновационных и быстрорастущих. Фармрынок почти не реагирует на экономические кризисы. Его эластичность настолько низкая, что даже анализируя любые страны, фармрынок практически не падает. Основные каналы продвижения – это телевидение, интернет и, конечно же, работа с врачами и аптеками. Работниками первого стола. 50% рынка занимает так называемая группа Big Pharma. Это 20 крупнейших компаний на Земле, которые производят таблетки. И если начну перечислять бренды, вы их все вспомните тут же. Либо если начну перечислять названия таблеток, то, конечно же, они будут на слуху. 30 миллиардов рублей в этом году планируется потратить на маркетинг в России фармкомпаниями. Если забрать из 30 миллиардов 1%, это получится 30 миллионов на четверых. 300 миллионов, точно. Точно. 300 миллионов на четверых. 7 основных задач, которые необходимо было сделать. На слайде представлены, 3 из них были реализованы весной, и 4 мы отложили на осень. Торопиться было особо некуда. Конечно же, не обошлось без трудностей. Для регистрации компании нужен был московский юридический адрес с чистой продолжительной историей. Не массовой. Кто знаком с московской регистрацией ООО, знает, что это примерно такое. И значит, надо было либо купить офис, либо арендовать офис, либо купить квартиру в Москве и на нее записать, соответственно, общество. Средний срок пребывания в командировке в квартал был 2-3 недели. На 4 человек, я так примерно прикинул, это уходило 190 тысяч, все вместе, расходы, жилье, питание и тому подобное. Маркетинговый план производителей формируется за 3-9 месяцев в различных компаниях по-разному до начала следующего года. И затем защищается перед руководством представительства фармкомпании, а иногда в штаб-квартире за рубежом. И четвертое, государственные аптечные сети зачастую забюрократизированы, и часть из них не имеет возможности, а либо просто не хочет вести какой-то электронный документооборот. Они очень любят личное общение и боятся всего нового. Но разве же это трудности? Это были практически не трудности по сравнению со сложностями, так сказать, человеческой природы. Если кто-то помнит слайд о статусе, да, или описании членов команды, то проведет параллель очень быстро. Согласитесь, спокойно и приятно, когда вам 2 раза в месяц стабильно приходят деньги на карточку,
четко и в срок. Постоянно возникает вопрос, когда ты сидишь дома, тебе пришли деньги на карточку, а впереди брежет какие-то миллионы, а точно ли получится? А точно ли заработаем? Хорошо. Имеются сомнения в большой победе. Я бы назвал это таким синдромом маленького человека, когда 2, 5, 10 миллионов на человека в год, да так не бывает. Но никто не поверит, такие деньги невозможно заработать. И все из нас прекрасно понимали, куда и как надо идти, помните, да, 4 стратега, но желательно, чтобы нас туда кто-то вез. И каждый из 4 очень хорошо хотел делегировать сию миссию своему товарищу. Не было голодных и бездомных. Я сделал это в кавычках, то есть многим HR-директорам корпорации известно, что самый лучший, самый эффективный сотрудник – это молодой человек в районе 30 лет с ипотекой и семьей. Он будет работать долго, правильно, хорошо и не думать постоянно, как уйти из корпорации, чтобы чем-то заняться своим. Но он это будет думать, может быть, даже сидя с друзьями в пятницу это будет обсуждать, но не в этот раз. У него крайне мало степеней свободы, и поэтому семья, дом прежде всего. Поговорка, что есть те, кто хуже живет, а у нас еще все нормально, она крайне деструктивна. Привыкание к некому спокойному существованию происходит незаметно, и в одном из фильмов, по-моему, герой Ди Каприо сказал, что самое невыносимое в жизни то, что можно вынести все. То есть ты можешь постепенно понизить свой уровень и наслаждаться этим. Не то, что наслаждаться, а не заметить, что он понизился. Ну и лето давало ощущение спокойствия, счастья и безмятежности. В итоге, наконец, лето 2018 года, команда больше напоминала индивидуальных игроков. У каждого были свои планы на осень. Планы на собственное развитие, карьеру, решение своих индивидуальных вопросов. Все, конечно же, помнили о прошлом командном проекте, но по причине воспитанности, либо нежелания поставить товарища в неловкое положение, стеснялись спросить, а как там у нас вот там? 4 осенние задачи так остались неисполненными, и как 4 желтых осенних листа, кружась в воздухе, медленно упали на землю, смешались с другими, и превратились в гумус. Дорогие друзья, каждый из докладов на факапе — это чаще всего история провала, сожаления, некой грусти. Но жизнь учит нас тому, что без опавших листьев не будет гумуса. А без гумуса сложно будет вырасти новым, прекрасным, роскошным деревьям. И я уверен, что мы сюда пришли не грустить, а учиться, как этой грусти избежать. Поэтому надеюсь, мой доклад был чем-то полезен для вас, и вы, и ваш бизнес сможете избежать ошибок, допущенных командой из 4 сытых котов. Желаю всем оптимизма, хорошего настроения и успеха в бизнесе. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо. Слушай, я посчитал. По 75 лямов на каждого. 1% от... Ого. Ну, если у всех заберешь. Ну, да, даже если у половинки, ну, да, заберешь, но это, к сожалению, только 30... Ну, то есть в какой-то момент вы просто решили и все оставить как есть, и уже... Совокупность факторов. Ты сыт, одет, обут, у тебя есть все, что есть у твоего соседа или там у какого-то другого товарища. Ну, и не бывает же, да, что по 70 лямов на каждого, Кость. Ну, что ж. Да, ну что, это бывает? Бывает, да, Маш? Сейчас пацаны с Магадана пишут, что бывает. Поэтому выводов было, да, нужна разношерстная команда, нужны драйверы, нужны люди, которые хотят этим заниматься. Вот. Поэтому. Ну, вопрос команды, да, если бы у вас в вашем коллективе из 4 успешных людей был бы один драйвер, тот бы, который, да, постоянно. Тем более 3 позиции вы сделали из 7, ну это ж классно. Абсолютно. Надо было, ну, осенью съездить в Москву, заключить, конечно, нелегкие 3-сторонние контракты, ну, забрать это у других. Коммуникаторы, товарищей. Переговорщики, я думаю, проблем бас. Ну, наверное, было бы там, да, что-нибудь. Ну, но да. Тем заключили. Кто-то пошел в политику, кто-то пошел и стал больше зарабатывать. И так это постепенно сдулось, к сожалению. Хорошая рекомендация, да. Кстати, вот Сергей вопрос. Ребята, если есть вопросы, можете задавать. Сергей, как определить в команде драйвера?
Вот есть коллектив, да, например, там 4, 5, 10, 12 сотрудников, как у Сергея Викторовича, гораздо больше. Как драйвера определить? Мне кажется, в любой команде, не обязательно в бизнес-команде, но и в команде спортсменов, в команде общества, да. Я думаю, кто занимается там сноубордингом, горными лыжами, знает, да, как тяжело вставать к открытию подъемников. И всегда существует какой-то человек, который в 9 утра или 8 утра говорит: ребята, встаем, сейчас поедут, по Вельвету прокатимся и так далее. И трое могут лежать, конечно, но стыдно же, потому что один собирается. То есть так же и в бизнесе. Он, скорее всего, может быть, на один звонок к тебе сделает больше, может быть, смотивирует чуть больше, ну и как-то убедит. Логично. Ну или там в Шерегеше всегда найдется тот, кто в 7 утра начинает пустыми бутылками греметь. Это тоже драйвер. Это тоже драйвер, да. Только без машины. Коллеги, если есть вопросы, можно задавать Сергею. 300 миллионов это же каждый год, да? Может, вас там подрайвить маленько надо? Смотри, очень хорошая мысль. Вам нужен мотиватор. Да, которая... не дает покоя одному из участников четырех, и это не я, в том числе. Он говорит: ну как мы так профукались, профакапились. И это каждый год. Маркетинг растет. И причем я даже предполагал вопрос, что слушайте, ну а вдруг уменьшат бюджет маркетинговый, вдруг еще что-то. Как вы выполните показатели? На это тоже есть лайфхаки, которые в данном бизнесе не очень критичны. То есть забрать эти деньги... по-хорошему можно. Да, просто, ну, тут ряд факторов, да, тут нужно знать все-таки руководство, потому что контракты подписываются только при, скажем так, когда тебя видит глава представительства и так далее, когда ты четко изъясняешься, что тебе нужно и так далее. С другой стороны, глава аптечной сети, это тоже очень важный человек, который сидит где-то и заведует там 45 аптеками в регионе. Mm-hmm. Вот, но это все достижимо. То есть, Сергей, при наличии входного капитала какого-то определенного, вот сейчас я тут вижу пару ребят, есть, глаза загорелись, могут к вам подойти и вот... Не, капитал не нужен. И все, не нужен капитал? Не капитал. Тут больше играет роль, конечно же, связи и квартира в Москве, так, можно понимание понять. Технологий, как это работает у иностранцев и в сетях. Ну, то есть, можно прямо вот так сейчас смело входить, тем более на лекарствах никогда не экономят. Абсолютно. То есть вы это не можете, да, когда у вас все плохо в стране, сказать, что слушайте, ну давайте заберем лекарства, не будем их продавать, все равно их завезут. И это высокомаржинальный бизнес. Лекарства по себестоимости стоят крайне низко, поэтому вот эта маркетинговая составляющая, она 80%. Ну, в общем, я знаю, здесь есть представители алтайского бизнес-сообщества, и много предпринимателей мы поднимали руки. Вот, ребят, бизнес-идея, прям вот она. Вот она. И Сергей поможет ее реализовать. Ну и понятно, что за деньги. 300 миллионов. Как же я скучно живу вообще. Спасибо Сергею. Спасибо.